а за окном стучит дождик. Их, вот погодка, обещает такую на Урале до конца мая. Ну, местами-то солнышко, конечно, бывает у нас, но вот как-то дожди не радуют, только соберешься. До сада не успела дойти, а так бы в домике можно было пошвыряться. Так что будем сидеть, что-нибудь дома делать, приготавливать что-нибудь для перевозки в сад. Вот мы и приехали. Кое-какие вещички привезли, чтобы на руках не тащить. Ой, погодка прям такая хорошая, так и шепчет. Займись делами, а нужно идти в ночку наработать. Вот самая главная картина приехала сюда. Живопись, которую мы с Мишелькой делали. Куда-нибудь ее пристроим. Вот. Замечательно картинка будет сочетаться хоть с желтеньким, хоть на персиковой стеночке. Будет хорошо. Цветочек на стульчик. О, все. Первые эти приехали. Ну, я его потом на улицу, наверное, или как. Я вот еще покрашу. Ой, и табуретку, и вот эту миску надо покрасить, и будет красота. Пока уже пускай здесь поживет. Все, немножечко дела поделали. И поехали в ночь. Смотрите, как она тут за этим, за загородкой. Китаечка цветет. Пускай вырубать не будем, пускай растет. Вот это надо территорию обделать все колесиками. Вот я и дошла до работы. Доброе утро! Утро радужное! Смотрите, какая красота! Thank you.
от дождя одуванчики закрылись. Ну вот, утром такие желтенькие были, красивые. Ой, даже этот цветочек закрылся. Ты батюшки. Грустно вам, серенько, да? И небо такое серое, серое. Дождик, давай уже прекращайся, дел полно в огородах-то. А колючки-то гляньте, как декоративные смотрятся. Красота. Какие огромные колючки. Хорошо, тепло. Наконец мы чуть-чуть покрылся. А то у меня уже лохмотья из-под фуражки выглядывают. Идем с мамой подстригаться. Все, поехали лохмоту убирать. Ой, ну-ка так все. Поехали. Вот, вот и все. Наконец-то я подстриженная. Подстриженная с прической. Все. Красота. Сейчас. Давай, причесон уже покажи, какой причесон. Вот. У бабули причесон круче всех, чем у меня. Брала Таня рассады и вот эти вот там сейчас зовут, уже забыла как называют, как их зовут, вот они, астра голубая, астра голубая и петуни, целую коробочку будем сажать. Так, вот все растишечки. Удачненько я довезла. Вроде бы ничего не поломалось. И астрочка голубая, и петунечки. Таких вот, правда, мне досталось всего 5 штучек там или 6. Ладно, остальные. Вот если коробочкой берешь, ну, много, по 30 рублей сторговались. Так, эти по 25. Вот такие у нас цены на Урале в Магнитогорске. Ну, начинались по 50. Сейчас вот уже по 30 можно купить. Правда, сажать не знаю, когда буду. Так, сейчас в гости уезжаю, завтра на работу. Ну, ладно, эти дни все равно 2 градуса всего обещают, что опять холодно. Так что они у меня постоят дома в тепле. Потом перед ночью или с ночи посадим, пока поживут. Ну, что за голубая астра, я, правда, не знаю. Буду посмотреть. Я же начинающий садист-огородник еще. Будем изучать цветочки. А у нас скоро распустится сирень. Еще прям немножечко тепла ей не хватает. Хмуренько у нас. Еду в лифте. Гости к подруженькам. Давно не виделись, прохладно. Все дела сбросили часочка на 2-3. Немножко надо пообщаться. Опять куда смотрела? Ну ладно. Уже в гостях. Мы уже повстречались с девочками почти. Так, Наташа у нас будет пить хоп, белое вино. Свет у нас будет пить мартини. А Таня будет пить. Что будет Таня пить? Таня будет пить гранатовое вино. И вот так вот мы сейчас будем закусывать и общаться. Та-та-да-дам!
как под музыку. Разошелся на Урале. Когда-то должен хоть пройти. Так он с начала этого мая, по-моему, не перестает. Постоянно идет и идет. Снег и утром тоже. Конечно же, он растаял. Остались только лужи. Вот и весна вам на Урале. Достаемся елки, будем наряжать. Все, лето кончилось. Готовим санки.